На стадионах городского округа Люберцы проходят спортивные турниры. Одним из первых масштабных событий после снятия ограничительных мер стал открытый летний кубок по футболу среди мужских команд. Финал ежегодных соревнований прошел на стадионе Балятина. Там работала наша съемочная группа. Первый гол в ворота противника забили футболисты клуба «Урожай». На поле стадиона они состязаются с малаховскими спортсменами. Этой встрече предшествовало два этапа матчей. Из 8 команд именно эти завоевали право играть в финале открытого летнего кубка 2020. Каждый год мы проводим и первенство, и кубок. Но в этом году, по известным всем обстоятельствам, не получилось полноценного сезона. Поэтому мы решили сделать кубок, но не по классической формуле. Мы сделали его в два этапа. Первый этап – круговой турнир, чтобы все участники сыграли одинаковое количество матчей. И второй этап – это где уже четверка команд определяла финалистов. Матч проходит на поле высокого качества. Оно признано лучшим в Московской области. По словам футболистов, это имеет большое значение. Состояние газона зачастую влияет на исход игры. Наше поле соответствует всем европейским стандартам. У нас здесь 10 сортов травы, которые всходят не в один сезон, а на протяжении 3-4 лет. Поэтому следим за ним каждый день, ухаживаем. Главный приз – большой переходящий кубок. В прошлом году его обладателем стал футбольный клуб «Синие стрелы». Команда, которой удастся завоевать этот кубок 3 раза подряд, станет его постоянным владельцем. В этом году у нас очень серьезная команда собралась. Раньше эта команда выступала на первенство области. Большинство ребят, как бы все знакомы с урожаем и культурой тамбовского футбола. И в целом вот как раз-таки сплоченность нам позволила дойти до финала. Я хоть не максималист, но данного состава, данной команды я оцениваю как лучшие в районе по подбору игроков. Исход игры подтвердил слова футболиста. На 92-й минуте команда «Урожай Томилина» забила решающий гол и со счетом 4-3 победила соперника. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.